Для самого юного участника турнира, 5-летнего Доната Секенова, это шахматный дебют. Первые в жизни соревнования, первые переживания, первая, пусть и пробная партия с главным судьей Павлом Лобачем. В шахматном дворце стартовал спортивный марафон. Уже сегодня более 100 маленьких шахматистов сели за доски, чтобы сразиться за победу в областных соревнованиях и право принять участие в первенстве России. А в воскресенье начнутся поединки за Кубок Гагарина. Детские шахматы – это незабываемые эмоции, адреналин и борьба интеллектов. Кстати, регистрация на участие в Кубке Гагарина продолжается. Я приглашаю на этот турнир всех, кто еще не зарегистрировался. Сейчас в регистрации уже более 200 человек стоит. И мы продолжаем регистрацию, которая еще продлится сегодня и завтра. Очень интересный турнир. Впервые мы его проводим. Посвященный дню рождения знаменитого космонавта, который в Саратове учился, в Саратове приземлился. И мы хотим, чтобы дети знали, что был такой человек, потому что малыши мало кто знает. И будем проводить такой турнир ежегодно. Кубок Гагарина стартует в шахматном дворце в воскресенье в 15:00 и приглашает на соревнования всех желающих.